Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В начале видео покажу трех победителей золота из прошлого видео. И мы переходим к новостям. Снова стартует общее дело всем и каждому. С 10 июля 00 МСК по 23 июля 23.59 МСК. Задание следующее. Просто набивать фраги. Всего у нас 5 этапов. На каждом этапе нужно набить определенное количество фрагов. Там цифры огромные. На каждом этапе там по 11 миллионов 200 тысяч единиц техники нужно набить. Но это всем рандомом. Фраги считаются у нас и в случайных боях, и в стальном охотнике, и в аркаде. Выполняется на любой технике. Чем больше этапов мы все пройдем всем рандомом, тем больше скидок нам будет доступно. Активная стадия с 10 июля по 16 июля, то есть 6 дней. Это мы будем показывать свой рандомный результат. За эти 6 дней мы пройдем сколько-то этапов, и сколько пройдем, столько мы и скидок получим. С 17 июля по 23 июля у нас стадия скидок и бонусов. То есть все, что мы зарабатывали, будем этим пользоваться. Снова 6 дней. Такая уже у нас акция была, и это повторение, но задание другое, насколько я помню. Но есть изменения, поскольку добавили личный вклад. И здесь за личные фраги мы будем получать жетоны. Также еще за последние пару заданий, где надо по 25 и 50 фрагов сделать, мы еще и получим дополнительные очки боевого пропуска 50 и 100. То есть просто играя в игру, делая фраги, за 6 дней мы получим и жетоны, за которые потом в магазине для жетонов сможем выбрать себе награду. Наград очень много, там есть танки в аренду, есть расходники, но самое интересное — это резервы на серебро, боны, дни према, ну и пару камуфляжей даже есть. Есть что выбрать. Самое интересное в этой акции — это то, что если мы всем рандомом пройдем четвертый этап, то там у нас будет специальный курс перевода опыта в свободный 1 к 40. И можно будет за золото перевести нераспределенный опыт в свободный. А свободный опыт у нас много где может пригодиться. Я уверен, что на многих танках у вас насобиралось много опыта, поскольку галочку ускорения прокачки экипажа переделали, и она все время работает теперь у нас в две стороны. И опыт в экипаж идет быстрее, и опыт на танке собирается тоже. Поэтому можно будет перевести опыта очень много. Где он нам может пригодиться? Ну, допустим, в августе у нас стартует 4 глава дополнительная боевого пропуска, где у нас будет улучшенная глава боевого пропуска, которую можно будет приобрести как за золото, так и за свободный опыт. Я думаю, там цифра будет не маленькая. В ней можно будет получить дополнительные награды, как и в остальных главах боевого пропуска. Так и в конце, я так понимаю, будет главная награда — это 3D стиль на премиумный танк, который является главной наградой дополнительной 4 главы боевого пропуска. Также у нас еще, я думаю, и осенью будет очень много мероприятий, где понадобится много свободного опыта, всякие конструкторские бюро, новые ветки прокачки, там британские средние танки. Я думаю, еще много чего нового мы увидим, куда можно будет потратить свободку. Поэтому сфокусируйтесь сейчас на том, чтобы подкопить свободку и не тратить ее в никуда. Также еще из новостей. Продолжаются различные рассылки сообщений от игроков, где пытаются вас обмануть. Там текст абсолютно любой может быть. И вот реплейс какой-то, и победители там каких-то там реплеев. И вот новые появились про какую-то рефералку. Никогда в жизни по чужим сообщениям никуда никакие ссылки не открывайте, не переходите. И тем более ничего туда не вводите. У вас все украдут, все ваши аккаунты, оно вам не надо. Ни по каким сообщениям, никакие предложения, никакие рефералки или так далее никто никогда в жизни не присылает. Так только пользуются мошенники. Вообще можете в настройках игры поставить галочку «Принимать сообщения только от друзей». В друзьях оставить только проверенных челиков. И то надо быть внимательным. Если у них украдут аккаунт и от его имени пришлют вам сообщение, тоже нужно понимать, что такое может быть. Поэтому будьте всегда бдительны, чтобы не потерять свои аккаунты. Также еще хочу вам рассказать, что золото разыгрывается у меня на канале не только в видео. Большая часть золота разыгрывается на стримах, на Трово. Там все очень просто, в описании есть ссылка на мой канал, если кто не знал вдруг. Заходите во время стрима, там появляются боксы, в которых разыгрывается золото просто за то, что вы смотрите стрим. Там пару простых заданий: подписаться, смотреть стрим и написать сообщение в чат. Все, ничего сложного. И после окончания розыгрыша случайным образом
кто-то выигрывает золото. Там не так уж много зрителей, вероятность выиграть очень большая, поэтому если кто-то хочет золото на халяву повыигрывать, можете повыиграть его на трово. Также на Твиче активны дропсы до 12 числа или 11, я не помню. И потом будет еще дропсы с 12 что ли числа новые. Тоже ссылка есть в описании, тоже просто за просмотр можно пофармить дропсы, в которых тоже есть куча различных наград. Там и золото, дни према, различные расходники, прем-танки, там куча всего. Ну и также еще расскажу, что на стримах чаще всего я вам показываю. Те танки, которые вы сами заказываете. В донате за любую сумму можно выкупить танк, и по ссылке в описании в онлайн-таблице я их туда записываю, в зависимости от того, сколько бабла на каждом танке, тем он в таблице выше, и танк, который на первом месте, я его катаю. Катаю до 3 отметок, либо пока он в таблице не спустится ниже, и тогда я сажусь на другой танк, который на первом месте. Все просто. Я уже очень много танчиков докатал до 3 отметок, и люди посмотрели те танки, которые заказывали. Если на основном аккаунте 3 отметки есть, то заказанные танки я катаю на пресс-аккаунте. Поэтому абсолютно любой танк можно заказывать, кроме тех, которые там в таблице я уже прошел. Хотя можно уточнить, поскольку у некоторых танков есть пару вариантов. Если уж сильно надо, можно и по нескольку раз некоторые танки пройти. Также еще по-прежнему проходит у нас турнир в Стальном Охотнике. Он до 25 числа. Можете вступать в мою команду и кататься в Стального Охотника, фармить золото, если еще это не делаете. Ссылка опять же есть в описании. Она активируется как бонус-код. Очень редко рассказываю, грубо говоря, рекламу самого себя. Но один раз за все время, я думаю, можно себе это позволить. Я надеюсь, вы не расстроились. А то мало ли кто-то не знал, что на канале у меня и где происходит. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, пока.